В республике открыт летний оздоровительный лагерь «Сезон для детей». В лагерях и санаториях республики уже отдыхают более 7500 ребят. К примеру, в базовом реабилитационном центре «Радуга» будет организовано оздоровление 600 воспитанников интернатов, в том числе детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Два традиционных центра отдыха школьников «Казачок» и «Тополек» открылись в эти дни в Майском районе, рассказывает Мадина Урусова. Жилые домики отремонтированы, новая побелка в медпункте и столовой, ухоженная территория. В оздоровительном лагере «Тополек» заранее подготовились к летнему сезону. В этом году здесь отдохнут в три смены 300 человек. Первый поток начался 15 июня. Тут хорошо. Я там кушаю, там меня кормят в столовой. И в бассейне купаемся вон. Дают кушать очень хорошо. Здесь красиво, очень прекрасно просто. Вместе с майчанами здесь радуются жизни 25 юных спортсменов из соседнего Терского района. Это воспитанники детской спортивной школы. Условия для тренировок и отдыха отличные, говорят ребята. Все воспитатели и вожатые являются педагогами с высшим образованием. Досуг организован очень веселый, практичный. В эту смену первую не попало даже в пределах 40 человек. То есть желающих больше, чем фактически у нас. А вот покидать бассейн не хотят практически все. Если бы не строгий график, целый день провели бы здесь. Отлично, большой бассейн, теплая вода. Развлечения каждый день, мы играем. Гуляем. Да. Скотеки хорошие. 79 санаториев, пансионатов, лагерей и турбаз обеспечивают этим летом детский отдых в республике. Включая такие же учреждения за пределами Кабардино-Балкарии, предполагается оздоровить около 40 тысяч ребят. На эти цели потратят более 200 миллионов рублей. Особое внимание – хорошему питанию, противопожарной безопасности и обеспечению спокойного отдыха. Мадина Урусова, Сафар Гириев, Анатолий Дерико. Вести, Кабардино-Балкария.